Что ж, всем привет, с вами Дива, добро пожаловать на мой канал. Сейчас мы с вами посмотрим видосик от Руди, как потерять голову, монтаж, 7 days туда. Я стараюсь записывать, не шевеляясь, у меня еще наушник запутался, что за дела? И кресло это просто... О, кстати. Его почти не слышно, отлично, здорово, замечательно. Поехали посмотрим, ссылочка на оригинал будет в описании. Очень давно мы не смотрели Руди, а 7 Days я обожаю. Собственно, как и видос Руди, поэтому поехали. У меня какие-то дети орут, жесть. Что нас не убивает, делает нас страннее. Или как там говорил этот Джокер, который купит ман. О боже. Я даже не знаю, что здесь хуже. То, что ты там вспомнил или кто как-то отыграл? Блять, это ты? Ты рыжуху создал? Нам ебало. Нихуя ты живучий. Да я такая. Давай, давай. Блять, тут зомби, тут зомби, блядь! Открыть, заперто, на! Я тут иду, ПТСД открыть. Мне нужно всего лишь 3357 ударов. Я нам топоры сделал. Всего лишь. Эта сучка поддается уже. Просто зацени, как она ломается. Охуеть, нормально, нормально. Так, ты давай эту дверь, а я буду соседнюю тогда. Да, 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 снесем это здание, блядь! Больно? Нет. Так, может я в настройках как-то, подожди. Больно? Нет, не больно. Help, 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 help. На башку взорвал. Боже, бля, спасибо. Разве? О, нет, мне нужны антибиотики. Спасибо за пол. Уже не надо. Все хорошо, все нормально. Так, ладно, я выкину латунь, автомобильный аккумулятор. Аптечку, воду. 126 литров бензина. Бесполезно, пить нельзя. 5 свежего сочнейшего мяса. Работающая рация. Код запуска ядерной ракеты. Исполнитель желаний. Золотой ковчег. Золотой ковчег. Блять, ты выживший. Да. Все нормально. О, кролик. Так и должно быть. Такая рутина. Вот он стоит, мститель. Ты пугаешь меня. Лето уже на носу, скоро отпуска, каникулы, и хочется поиграть в какие-то интересные игры, а новинок нет. Ну-ка. Тогда советую вам попробовать Сирус. Это Лена, вообще не угадала. Это лучший проект по World of Warcraft. На текущий момент стикаты есть. Капец, я просто уже столько этого Lost Ark увидела, что у меня сейчас все игры, которые могут предложить, это Lost Ark и что еще у нас есть. Я себе тут такой пиджачок нашел. Солидный парень идет к вам. Посмотрите на меня. Такой в пиджачке подошел. Ты чего, стой, стой, держи расстояние, держи. Мы же друзья, правильно? Держи расстояние. Не-не-не. Так, вот так, наверное, вот так, да, вот так. Да, вот так. Не-не-не, иди спереди лучше. Ладно, хорошо. Если хочешь дружить, пойдем вот так. Это мои условия для дружбы. Вперед, давай. Дружище, я наш... Держи расстояние, держи. Пирог с черникой, друг. Поешь, для тебя. Я не голоден, иди вперед. Сука. Дружище, блядь, я сейчас тебя почти ебну. Вот реально, ты так больше не делай, предупреждай, понял? Я говорю, я сейчас буду останавливать. Блядь, чел, я не понимаю, ты реально нахуй? Держи ухо востро, блядь. Я справился, фух. Я не буду в этот раз стрелять, чел. Вот и сдох! Yes, yes! Эта сила теперь моя! Теперь ты будешь слушать меня и делать все, что я скажу. Ну как где ты говори? Он не говорит. Бей, зомби, бей, давай. Да, вот блин, ты! Блин, я таки... Подожди! Не говори! Бей, зомби, бей, давай. Он какой-то странный зомби. Это новые какие-то? Почему я их не видел? Ну, я не такой прям, чтобы про-геймер. Не такой, чтобы прям миллион часов, но я их почему-то не видела. Да, вот ты! Где ты? Не вижу. Потерял. Закрываем дверь, тебя тут нет. Куда ушел? Ладно, наверное, показал. Я пытаюсь увидеть движение. Я же тебя обнаружу. Я слышал шаги. Я даже не понимаю. Иногда что говорится, просто смех, и я такая, все, я. Свобода! Ты куда? Ну ладно, ладно, я скину это оружие. Оно выше балла. Не потрать последнюю пулю зазря. Да, иногда они пи***ы спасают. Когда мы в этом, блядь, были, нахуй на меня просто 500 зомбаков.
Да, мы достигли горы Эверест. Так, теперь только аккуратненько. О, это кто? Это... Пума! Я не понимаю, почему это так смешно. Господи, как же было бы проще, если патроны, блядь, были. Сейчас я его ваншотну. И не только на тебя! Чекай. Блядь, их трое тут, откуда вы наплодились? Вау. Вау. Бля, ебать, я что-то надел. Нихуя себе. Бля, братан, я так приоделся, я теперь реально... Я теперь реально, ну... Просто покажу, что ты там повешен. Нихуя ты, блядь. Выдавливаешь? Бля, я думала, на самом деле будет шутка, ну типа плащ, дробовик, типа как будто бы. Че в каком одежде? Тут у тебя дастер, конечно. Хочешь такой же? Нет, хочу именно этот. Блядь, это был... Я пиджак у тебя нашел, а не дастер. Охота началась. Скоро ты заснешь. Опа-на. Я не дам тебе твой рюкзак забрать. Да ёлк. Это стервятники съели. Взломай, у тебя отмычки есть? Сейчас попробуем. Когда весь мир против тебя, а ты просто хочешь свой рюкзачок. Не справлюсь, стреляй. Пожалуйста, я еще не доделал. Сломал? А теперь? Твоего рюкзака нет. В смысле, моего рюкзака нет? Я не вижу его. Я-то вижу, где он, но надо ломать крышу. На крыше. А у тебя есть топор? У меня есть винтовка. Да пожалуйста, не надо. Я карту сокровищ нашел, нам бы сокровище выкопать. Давай, дружище, купай. А сверху с дробовиком, да, такой? Боже, купай быстрее. Боже, господи, ускоряй. Выносливость еле-еле восстанавливается. Да не выспались, нихуя. Надо дедовскую настойку. Ночь! Три смены, блядь. Пошел! Вот это лутинка. 150 патронов, я их туда оставлю. Тебе все придется оставить. Это яма. Эту яму ты копал себе. Блядь. Ну неужели мы будем воевать за этот ящик никчемный, который мы 3 дня копали? Блин, такой розовый милый комбинезон. Вот бы, блин, сисястая доярочка в нем вот это умерла. Ой, блядь, извините, это из ритуальных услуг. Я заражен, и мне нужно, чтобы ты меня убил. Наконец-то. Ты готов, ты был реально хорошим другом. Мы через столько прошли. Понимаешь, ну типа, мне реально очень тяжело это делать. Каждый раз так тяжело. Это, ну, просто вынужденная мера, понимаешь? Просто стой смирно, просто. Давай, на счет 3. Готов? Да. Ладно, возьму винтовку на всякий пожарный. Скажи какие-нибудь добрые слова напоследок. О, блядь, оно только пожарно. Нихуя. Я аномалия. Так, а ну-ка быстро отошел. Ты когда не можешь решить, тебе уступить или ты уступишь, вот и вы в итоге так вот друг другу не даете пройти, ну и как бы решение есть. Я путаю руками. Я запустил шершни в трусы. Вот бы побольше вот про шершни. Это не смешит так, как хотелось бы. Мне убийство больше не приносит удовольствия. Посмотрим, может, мне принесет удовольствие сладкая вата. Я теперь живу в детстве. Давай собьем женщину прям сейчас. Да. Дави, она уроки не дала списать. Ай, блядь, дура ты чё ли, блядь, ты чё нахуй делаешь? Бля, давай это здание зачистим. Блин, не канон, он его не подстрелил. Погнали. Нет, не погнали. Чего? Погоди. Патронов не хватало. У меня настроения нет. Да в смысле, блядь, мы столько всего сделали. Ну, пойдём. Вот. Легендарное возвращение.
смотри, где я. Ты на самом верху? Да. Хочешь прыжок веры? Давай. Где? Ты живой? Охуеть! Блять, сука, блять. Ну, Лень, кстати, ты бетон нормально так раскидали. Ну да, да. Ебать, сука. Бля, может, здание снесем вообще под корень? Как ты в самом начале говорил. Снесем это здание, блять. Окей. Ебать, посыпалось. А если под это встать? Водопад. Но ты остался жив, да? Да, да. Никакого счастья мне не принесли. Это мои зубы во сне вот так обсыпаются. Ставь лайк, если снилось, что у Руди выпали все зубы. Посмотрим, сколько осталось. Сколько лайков, столько и зубов. Помоги. Отрежь руки, получай инвалидность. Интерстеллар 2. Этот маневр обойдется нам в две руки. Я подчищаю заинтересованных, а ты очищай здание. Просто как проводит Копперфильд свои фокусы. Предлагаю башенки построить очень высокие и спрыгнуть с них. Да. И вот что интересно. Че ты там? Хотел меня взорвать? У тебя есть дерево, да? А у меня есть... Я думала, у него башня резко растет. Смотри, 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 смотри. Ощущение, как будто это не мы падаем, а башня резко вверх. Смотри, смотри. Да? На секунду а просто... У меня есть металл. Интересно, долго ли этот металл выдержит? Упси, Дейзи! Очень сильно болят шкуля. Бонус? Нет, без бонуса. Привыкли вот эти вот ваши бонусы. О, ребят, спасибо большое за просмотр. Руди, огромнейшее спасибо за видос. Очень давно не смотрела. Реально, сколько? Несколько месяцев, мне кажется. Отвыкли, отвыкли щеки, отвык пресс. Надо снова приводить себя в форму. Ой, спасибо большое. Лайкос обязательно. Ссылочка на если что. Ссылочка на оригинал, если что, в описании. Ой. Ваш друг упал с горы? Он еще жив? Это поправить. Блин, я путаю постоянно, какой рукой держать, какой... Наверное, вот так вот и перезаряжать. Да, вот так перезаряжаешь. Такой, типа, это ненадолго. Спасибо, Чарлотик, за просмотр. Видос, как всегда, шикарный, великолепный. У нас минус щеки, минус пресс и минус голос. Просто. Пока-пока-пока.